сегодня исполнился 101 год с момента образования Всероссийского Ленинского коммунистического союза молодежи. Комсомол был самой массовой молодежной организацией не только в нашей стране, но и в мире. В некоторые годы его численность доходила до 40 миллионов человек. Основной задачей Союза было воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма. Первые комсомольцы участвовали в колхозном строительстве и индустриализации. Боролись с неграмотностью и голодом. В годы Великой Отечественной войны сражались на фронтах и в партизанском подполье. Имена многих героев-комсомольцев навеки вписаны в нашу историю. В мирное время организовывали соцсоревнования, боролись за высокую производительность труда. И, конечно, участвовали в жизни района, города, республики. Строить стадион. Вот этот новый, большой. 1000 человек за раз на стадионе. Я не скажу, что каждый день, но в неделю раз мы там бывали. Кроме активной гражданской позиции, ВЛКСМ прививал навыки лидерства. Из комсомольских активистов вышли многие известные государственные и общественные деятели, руководители предприятий, бизнесмены и предприниматели.